В нашу редакцию от ангарчан поступают десятки фото и видео тонущих дворов, проездов и скользких дорожек. Управляющие компании далеко не везде своевременно очищают территорию. Не беспокоятся за безопасность и владельцы некоторых магазинов. Этот ролик сняли прохожие в 13-м микрорайоне. Безответственность может усложнить отношения с законом. В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организации учреждений, независимо от форм собственности. Жалобы от ангарчан поступают и в окружную администрацию. В четверг сотрудники мэрии отправятся в рейд по самым проблемным местам.